Всем привет, ребят, с вами Механик, и сегодня у нас новенькая серия Euro Truck Simulator 2. А как вы видите, на моей голове находятся очки виртуальной реальности, и это значит, что сейчас будет VR Euro Truck Simulator 2. Я знаю, что очень многие из вас ждали такого выпуска, такой серии, поэтому, пожалуйста, поддержите лайкосиком. И традиционно, перед тем, как мы начнем, в это видео попадают следующие ребята. Ставь лайк и пиши крутой комментарий, чтобы попасть в следующее видео. А я погружаюсь в мир виртуалочки. Вот так вот я натягиваю на себя очки и надеюсь, что вам там все видно. Так, слушайте, ну просто потрясно. Возможно, камеру будет чуть-чуть трясти. У меня здесь в очках все... Ну, как бы плавненько, так сказать. Я уже немного подрегулировал себе сиденье и руль. А перед началом ролика рекомендую вам посетить мой магазин игр. Здесь вы найдете ключи и аккаунты по самым низким ценам. А также получаете хороший подарок за любую покупку в магазине. Все это и многое другое в магазине Механика. Заходи и покупай. Ссылочка в описании. Ух ты, вообще круто, если честно. Здесь гораздо все интереснее, чем в сити-кар-драйвинге. Не знаю, с чем это связано, но... Так, кстати, а где у меня коробка передач? Каким образом я переключаю, если у меня здесь... Ну, вы видите, здесь ничего вообще нету. Но я как-то переключаю передачи. Ну что, давайте попробуем. Вижу навигатор, куда ехать. Блин, я забыл выпить таблетку от укачивания. Надеюсь, что как-то Евротрак мне... Ну, не будет так сильно укачивать, и будет все более-менее нормально. Так, поворотнички работают. Блин, слушайте, а ведь сейчас же очень удобно будет поворачивать, потому что я могу смотреть в разные стороны. Обалдеть просто! Вот это жарище! Так, смотрите, я смотрю туда. Я смотрю сюда и выезжаю. Так, и мне тут сразу же красный сигнал светофора. Обалдеть просто. Слушайте, какая красота. Посмотрите на собачек, которые вот там болтаются. Происходит какое-то иногда смещение камеры, но в целом все очень круто. Зеркала очень адекватно работают. Так, мне зеленый свет, поехали. Офигенно просто. Я вижу текстуру асфальта, и она рельефная. Это что, микрофон здесь, что ли? Простите, ребята, если я буду задевать за микрофон. Братан, как работа идет, а? Дядь! Нифига ты стараешься. Красавчик. Так, ладно, надо выезжать, а то у меня, наверное, уже зеленый закончился. А-а-а! Как близко. Так, куда ехать мне? Ехать направо будем поворачивать сейчас. Ну-с, что там у нас по трафику? Ага, успеваем повернуть. Если честно, то еду как на легковой, а ведь не надо забывать, что у меня сзади огромная прицепина. Фура, как видите, ман. Идет очень-очень вообще уверенно. Дизелек тащит. 70 тут ограничений. Если честно, я плохо вижу спидометр, он немного размазан у меня. Не знаю, с чем это связано, но так уж как есть. Блин, очень круто, слушайте, вообще. И даже не укачивает, я вам должен сказать. В отличие от того же City Car Driving, видимо, здесь более плавное изображение. И, ну, либо я просто привык уже к VR. Ну, вообще отлично. Вот Euro Truck прям офигительно можно ехать. Блин. Вот это ж жара просто. Слушайте, ребят, я открыл для себя новый мир Euro Truck'а. И он офигительный. Я сейчас заехал в какой-то туман. Вот здесь реально туман какой-то. Я прям ощущаю его. Он прям везде. Вот музычки навалить надо какой-то. И вы не представляете, насколько это здорово. Вы просто себе не представляете, какая это крутотенюшка. Я понимаю, что это видео, наверное, будет больше эмоциональное, чем какое-то такое, как я обычно снимаю, типа атмосферные видосы по Евротраку. Так, и тут в горочку газку подаем нормально по оборотам. Воу-воу-воу-воу. Тихо, спокойно. Шикарно, просто шикарно. Блин, вот это... У меня тут спальничек есть.
Так, тихо, тихо, тихо. Все, все спокойно, все нормально. Обгонять нельзя. И, если честно, здесь вообще хочется соблюдать даже правила. Вот 60, да, у нас, а я уже за 197 километров. Че, тормози нахрен? Фух. Я заглох, вы поняли, да? Тут типа пригорок такой. Обалдеть! Как же это здорово, ребят! А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Как же это здорово! С перегазовочкой переключился. Да выключись уже, поворотник. Наверное, фокусное расстояние мне еще нужно немного здесь настроить, но это все мелочи. Как бы в целом все очень здорово. Так, давайте раздувать, потому что зеленый цвет... А, мне поворачивать надо налево. Поворачиваем, как видите, едем мы в сторону Питера. Очень тормоза такие прям супер чувствительные. Так, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Давай, 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 давай. Ой, блин, как близко я проехал своим прицепом к этому пацану. Он, наверное, весь пересрался там уже. Ну, я бы лично пересрался, потому что, представляете, ты стоишь на перекрестке, и рядом с тобой просто проносится прицеп. Я вам должен сказать, что здесь абсолютно другие впечатления от игры. Не такие, когда ты играешь даже просто с рулем, когда ты смотришь в монитор. Потому что это, черт, это просто намного удобнее. Это реально намного удобнее в том плане, что ты... Можешь просто видеть все, то есть тебе не надо там мышкой ничего крутить. Ты просто голову повернул и посмотрел, есть тут машина или нет. Дядь, давай-ка ты это, ну, проезжай там, камон. Оп. Вот так вот, раз, рез. И все. Давай-давай-давай. Чпоньк, третья. Блин, ну это офигительно просто, я не знаю. Вот, ребят, слушайте, я уже в некоторые, ну как, не во многие игры поиграл в VR, да, но в некоторые из них я поиграл, и пока это мне реально нравится. То есть есть какие-то, да, крутые симуляторы в VR, я не спорю, они офигенные, но что касается именно вот каких-то гоночек, ну я не буду сейчас брать там Assetto Corsa или какие-то вот подобные, типа Project Cars. Там, да, графон, конечно, покруче вроде как будет, но по атмосферности вот эта игра просто мне очень нравится. Офигеть. Слушайте, просто офигеть. Вы только гляньте, какая красотенюшка, а. Посмотрите. Ты видишь всю природу, ты просто все видишь. Так. Опасность, опасность! А что тут такое у нас? Что здесь такое? Непонятно, что они встали-то? Граница, что ли? В смысле, а где я находился? Я в Беларуси, что ли, был? Блин, я был в Беларуси, вот... Так, почему-то все стоят в этот проезд. Я попробую сейчас в этот проехать. Я не знаю, он работает или нет. Если не работает, будет плохо, конечно. Такс, все шикарно, просто все офигительно. Вот с тормозами мне еще привыкнуть надо, потому что тормоза очень какие-то прям мега чувствительные. Так, вы достигли начала платного участка, а, платный участок трассы. Странно, почему все стояли именно в одно окошко? Камон. Не могу нос почесать в VR. Так, смотрите. Нет, это я въезжаю в Белоруссию, получается. В смысле, как это? Я не понял. Вы видели, да? Так это граница, получается, Россия и Белоруссия. А почему написано было платный участок? А, не успел, не успел, не успел. Я думал, получится проскочить. Так. Вы достигли окончания платного участка дороги. Заплатили 2 евро. Реально? А вы видите, там никого нету. Никто не сидит в этих кабиночках. О, братишка, братишка, смотрите. Сейчас будут гонки. А, на второй вообще изи обошел.
Все, ладно, газуем, ребят, газуем, поехали дальше. Класс. Республика Беларусь. Офигеть, просто офигеть можно. Вот это здорово. Блин, это просто потрясно. Я, мне кажется, снова скачаю суровую Россию. Знаете, мне кажется, мы опять поедем на Байкал. Блин. Либо по Европе покататься. Я уже даже не знаю. Открыл для себя, так скажем, эту игру заново, потому что я вам говорил, что я не мог ее запустить в VR, у меня были какие-то проблемы с этим. То есть игра почему-то запускалась, но камера внутри не двигалась, то есть я не мог вот так пошевелить головой. Сейчас все заработало, я просто в шоке. Я просто в шоке с того, что я вижу. Я не знаю, как дальше теперь мне... Как мне можно теперь играть в Евротрак без вот этого девайса? Я, наверное, не буду теперь больше в Евротрак без девайса, но единственная проблема в том, что, скорее всего, у вас немного дергается изображение, когда я кручу головой. И для восприятия вашего, наверное, не так круто, как для моего. Успел на желтый. Слушайте, неплохо разогнался. Сколько? 112 километров в час. Мне еще прямо. Тут кольцо, кольцо, кольцо. Сейчас с нарушениями проедем кольцо. Так, 60 тут ограничений. Я соточку лупил. Ну, номера, потому что сами видели, какие российские. То есть, ну, типа, наверное, штрафы не придут, скорее всего. Хотя могут, знаете, на границе задержать. Я слышал, что там надо, типа, успеть выскочить за 24 часа, что ли, или что-то. Ух ты, туннель какой. Так, по-моему, сейчас для меня будут американские горки. Аж дыхание за это защемило. Офигенно. Мозг просто не понимает того, что происходит. Он такой типа, камон, в смысле? Так. Пошел, 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 пошел. Видите, парковочка какая-то. Там, видимо, река. Слушайте, а что в Беларуси? Какая река? Какая река в Беларуси? Что-то я вообще забыл. География никогда не была моим... Так, это мы в Витебске. Уже самолет! Самолет летит так близко! Ну как, ну не прям близко, да, но... Ну офигеть просто. Мы в Витебске находимся, и я так понимаю, что едем дальше вглубь. Вглубь Беларуси. И мне тут реально нравится. Я в Минске был в Беларуси, ну, в реальной жизни, и мне там тоже очень понравилось. Так что всем, кто из Беларуси смотрит, передаю огромный привет. Шестая передача. Ах ты, ёб твою душу, посмотрите, как он близко нахрен. Он пипец как близко. Куда он? Он сейчас упадет. Или там... Там что, аэропорт? Аэропорт? Блин, это просто какая-то чума. Это просто какая-то чума, ребят. Стараюсь сильно головой не трясти. А, и плюсом ко всему, я тут нашел одну приложуху. Не знаю, будет ли она работать с Евротраком. Но она, в общем, как бы создает дополнительную камеру в игре. То есть ты можешь эту камеру где-то поставить, чтобы там сильно не качалось. Допустим, я ее поставлю где-то в салоне, а сам... Ой, что я творю-то? Ой, что я творю? Господа белорусы, пожалуйста, не надо казнить! Ушатался. Было страшно, если честно. Вот я сейчас прям испытал какие-то такие вот, ну, эмоции, переживания. Испугался действительно. То есть, когда ты просто фигачишь на фуре, да тебе, в принципе, пофиг. Но вот сейчас, когда под меня повернула машина, я реально испугался. Так, у меня какая? Шестая передача. Товарищи депосники! Сбил, по-моему. По-моему, сбил депосников. Так, не успел даже посмотреть. Резкий поворот. Тихо. Это охренеть как страшно, когда ты фуру закладываешь такой поворот, и она встает на два колеса, и ты понимаешь, что она встает на два колеса. Короче, это невозможно объяснить словами, но я думаю, что... Что у меня что-то здесь было написано сейчас, но я не успел прочитать даже.
Не видно издалека вывесок, вот в чем проблема. То есть надо прям... Орша, может быть, что-то вот такое там, по-моему, было написано. То есть издалека, ну, может быть, я не вижу, да? Так. Так, и что делать? Куда мне ехать? Давать взад? Или развернуться? Буду разворачиваться. Я провафлил поворот. Тупо заболтался и провафлил поворот. Так, вот сюда, получается, должен уходить вроде как. Такс. Давай-давай, на второй поднимайся. Давай-давай-давай-давай-давай. Хорош! Хорош! Смотрим по зеркалам. Вот понимаете, в чем прикол? Смотрите, я просто повернул чуть голову и посмотрел по зеркалам. И увидел, что никого нет. Ни камеры вертеть не надо, ни камеру переключать. Ничего не надо делать. Все просто охренительно. Закат божественный. Это же закат. Это закат, и он божественный. Посмотрите на это. Это, блин, это реально очень круто. Но это очень круто, правда, ребят? У меня вообще слов просто нет. Это потрясно. Все меня обгоняют, а мне тупо пофиг, потому что я вижу, как лучики просвечиваются через деревья. Вы видели, как лучики просвечиваются через деревья в Евротраке? Они вот прямо в меня просвечиваются. Это что-то с чем-то. Это просто нереально круто. Я никогда не думал, что в Евротраке такое крутое освещение может быть. Конечно, я вижу какие-то пикселы здесь, потому что, ну, все-таки VR, он несовершенен. И разрешение здесь далеко не то, которое должно быть, чтобы прям идеально погружаться в мир. Но все остальное просто супер. Просто реальный супер. Обалдеть можно. Так, пацаны, наверное... Это что, Приора полицейская? В смысле? А ну иди сюда. А ну иди сюда, я тебя буду догонять. О-о-о. Я даже все неровности чувствую. Ну как это возможно? Это просто что-то. Я чувствую, как работает пневмокресло. Это невероятное что-то. Это просто что-то офигительно невероятное. Может быть, сюда надо ставить модовые тачки и пробовать на них шпилить. Не могу догнать эту Приору, сколько она лупит. Я 120 еду, а она... Она быстрее. Хотя, может быть, примерно так же 120 она едет. Но нет, сейчас вот уходит прямо от меня. Все, это мой максимум, это шестая передача. Вообще у меня максимал где-то в районе 140, но сейчас я еду 130. Минск, офигенно таблички подсвечены. Блин, как же круто. Вот она, Приора. Так, ну чё, я ухожу в подполье. Темнеет, потому что. Вот так вот буду тормозить. Вот тут в кустах спрячусь. Повреждение прицепа 100%, понял? Все, нормально. Во мне кусты, я в кустах. Хотите прикол? Я застрял. А нет, назад могу ехать. Блин, ой, назад поехал, голова закружилась сразу. Главное, вперед ехал, все нормально было. Да хорош ты, не трясись так. Короче, ребят, это просто офигительно круто. Просто невероятно здорово было. Я просто ослеп от этого света. Так что я вот так вот закончу видос. Спасибо всем за просмотр, ребят. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки,
Пишите ваши комментарии, понравилось вам или нет. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Механик, и всем пока.